Открылись. У нас очень уже много ребят, бойцов хороших, которые тренируются. И скоро будем выступать на российском уровне. Приходите к нам тренироваться. И еще можно, Алексей, тебе вопрос? Вопрос можно? Судя вот по росту сразу и боевой самбо, играет ли для тебя это какую-то роль, преимущество в росте твоего соперника? Пожалуйста, скажи. И были ли у тебя такие соперники выше тебя практически на голову? Да, спасибо. Соперники такие были, да, конечно. Ни одного, но лучше его. Рост, ну, будем строить тактический ход поединка своими тренерами, да, и от этого будем исходить. А ты просматривал поединки соперников? Конечно. Спасибо. Сегодня самый популярный спортсмен, сколько вопросов. And the question to Mike, tomorrow the crowd will spot your opponent. Will it a big treat for you? Say again? Tomorrow the crowd will be support your opponent. Will it be a big problem for you? Not really. I've been fighting in Germany, so I mean it's gonna be pretty much the same thing as it is in Germany. American. Майк сказал, что для него не будет сложностью то, что зрители будут поддерживать российского бойца, потому что, выступая в Германии, он уже сталкивался с этим, когда зрители болели за немца. Спасибо. Осталось только выяснить, что вы спросили, да? Есть еще вопросы? Нету. Спасибо.